Всем привет, ребята, вы на канале Лонера. Сегодня опять информационный видосик. Короче, у меня комп, на компе возможно установлен троян или какой-то вирус, и мне возможно придется пересматривать винду. Если нам всем сегодня возможно придется пересматривать винду. Поэтому все видосы, что я записал на неделю вперед, как вы могли там, я упоминал это вроде бы и в комментариях, отвечал то, что у меня записаны видосы на неделю вперед. И вот они теперь, скорее всего, будут успешно утеряны. Скидывать их с компа на телефон я не хочу, потому что вдруг что-нибудь подцеплю на телефон, еще спасибо, не надо. И даже если это безопасно, если вы напишите мне, что это безопасно, я это делать не буду, хотя вам верю. Но все же не буду рисковать. И переустановить винду я смогу только через неделю, полторы, может быть даже через две. Поэтому видосов с компа все это время не будет. Понимаю, да, очень жаль, очень обидно, но ничего не могу с этим поделать. Абсолютно ничего не могу поделать. Сломался комп, возможно, мы установили какой-нибудь вирус. Я или мой брат, что более вероятно, он любит всякую фигню покачать, всякие игры. Но ничего не знаю, возможно, это вирус, возможно, какой-то троян. Он когда проводил аналитику этого компьютера, там было показано, что много файлов удалено, ну, Windows файлов повреждено. Поэтому давайте, ребят, если вы посмотрите, не забудьте поставить лайк, подписаться, оставить свой комментарий. Ну и также наслаждаться видосами, какие они будут, хоть даже с телефона. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.